Приветствую вас. Я, конечно же, не сочувствую вашей истории. Вот, она весьма трагичная и тяжелая. Я думаю, что вам необходима помощь, необходима психотерапия. Вот, по ряду моментов. Вот. Вам необходимо именно, что учиться в контактах с людьми, учиться себя проявлять активнее, более естественнее, чем вы это делаете сейчас. Вот. Понимаете, вот все эти места, которые вы описываете сейчас, на данный момент, как какие-то вот обиды, да, и так далее. Все здесь у вас является, как мне кажется, следствием переключения с себя на своих родителей. И вы это делали в детстве, вы это делаете сейчас. Хорошего в этом нет ничего, потому что родители вам не изменить. На ваши ожидания и, в принципе, плевать. А вот так у них есть своя философия, они люди, в общем и целом, своей эпохи, люди, в общем и целом, своего времени, вот, и со своими особенностями, которые не всегда хорошо проявляются. Вот, что, в принципе, к сожалению, нормально. Поэтому надо бы сосредоточиться, как мне кажется, на своей жизни. Чем лучше и вполне вы сосредоточитесь на своей жизни, тем лучше будет вам, ну, как бы вот для, ну, чем лучше будет вам в этом контекста. Вот. Другой вопрос, конечно же, хотите ли вы этим заниматься, потому что если, например, вы заниматься этим не хотите, вот, то, соответственно, это уже вопрос в большей степени к вам, на мой взгляд. Вот. А вот как-то так. Поэтому идея в том, что мы можем помочь вам изменить вашу жизнь, если вы этого хотите. Вот. Мы можем помочь вам научиться лучше слышать себя, вот, лучше слышать свое сердце, вот, научиться нас, ну, научиться наслаждаться, допустим, теми моментами, которые в вашей жизни есть, например, вашим мужем и, ну, возможно, детьми, вот, и так далее. Вот. И прожить обиду, потому что, да, чувствуется, что у вас, конечно, очень много, ну, как бы, непрожитых обид, вот, у вас очень много непрожитых чувств, вот, и, соответственно, с этого, естественно, ну, как бы, тревожит, и тревожит вас это достаточно сильно. Но, соответственно, с этим вам также, на мой
нужно поработать. Вот. И как бы на это вам нужно ну вот пристально обратить свое внимание. Вот это то, на что мне хотелось бы обратить вам ваше внимание. Вот. Вы, конечно, большая молодец, что смогли построить семью. Вот, вы большая молодец, что несмотря на вот собственно вот ваши проблемы, все равно выстроили отношения. Вот. Но вам нужна помощь, потому что вас это действительно беспокоит. Вот. Вас это действительно, вас это болит. Вот. Понимаете, да? И это то, что у вас это болит. Вот. Конечно, вам причиняет беспокойство. Вот. Поэтому с этим, как мне кажется, вот, нужно работать. Вот. Понимаете, да? Вот. Психотерапия вам в этом только лишь поможет. Вот. Но без психотерапии, скорее всего, вы будете оставаться в таком состоянии, потому что сами вы, ну, с этим, как мне кажется, не справляетесь. Вот. Ну и как бы вам нужна помощь. Очень жаль, что вы встретились с специалистом, который вас доводил, вот, как вы говорите. Вот. Вам не повезло. Вот. Кстати, немаловажный момент, я надеюсь, немаловажный момент, тот, что диагноз недолюбленная дочь, вот, не является диагнозом. Вот. Принципа. Поэтому тут вот тоже вам, надеюсь, будет о чем подумать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен вам за обратную связь по поводу
моего ответа, по моему ответу. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи.